когда услышит этот гангстер-рэп. Все поймет, когда услышит этот гангстер-рэп. Он все поймет, когда услышит этот гангстер-рэп. И поможет пить его возле дома твоего. Возле дома твоего. Возле дома твоего. Возле дома. Возле дома твоего. Я родился, вырос в Гомеле, но родина моя такая маленькая, такая уютная, что каждый клочок этой земли мне дорог. Поэтому в Минске у меня бесчисленное количество друзей, партнеров. В этом сезоне мне особенно приятно участвовать в серии бесплатных выступлений на родине моей. Потому что я знаю, в связи с коронавирусом многим представителям индустрии развлечений осложнен путь сюда. Я знаю, что люди соскучились по выступлениям, соскучились по музыке, соскучились по эмоциям, по праздничным. Погода солнечная, и также будет все на сцене. Будет очень зажигательно, озорно и весело. Очень классно, вообще давно не видела артистов вживую, так, давно не было на концертах, очень, и очень впечатлена, правда, почаще бы так, таких концертов. Отдыхаем, наслаждаемся, музыка нравится, все. Получили удовольствие. Да. Очень большое удовольствие получили. Посмотрели. Во-первых, необычно, формат необычный, постановка, сама праздника всего такого. И для детей, и для взрослых, и вообще шоу такое было интересно. Еще раз поздравляем с 85-летием ГАИ. Мы во всех тоже имеем права. Так что мы тоже участники движения. Будем соблюдать правила движения.